Здравствуйте, уважаемые игроки, с вами канал Алекс Про, игра ФК Арена, и в этом выпуске мы будем проходить битвы гильдии, а именно настраивать наши команды и атаковать противника. Событие длится 16 дней, ну 20 по сути дней, осталось еще 16 дней на тест-сервере. В качестве наград что мы можем здесь получить? Ну, допустим, зайдем сюда, вот награды наши. Награды из пруда. Каждые 12 часов здесь появляются заполненные вот эти вот награды, и их можно собирать. Есть, отлично, собрали монетки гильдии, да, и 3 ляма золота. Но это чисто АФКшечная тема. А вот что касается настройки нашего лагеря, вот заходим сюда, мой лагерь, кнопочка. Как его правильно настроить? Что здесь необходимо знать в первую очередь? Итак, необходимо знать то, что здесь есть два вида башен. Одни башни заполняем мы своими героями, а другие заполняют наши сокланы, то есть друзья по гильдии. Как лучше всего расположить эти башни? Ну, понятное дело, первую башню поставить нужно здесь. Первый барьер сразу же падает. И для того, чтобы противнику продвинуться дальше, необходимо развалить одну башню. То есть, если он с этим справляется, то переходит на следующую локацию. И вот здесь уже интересные моменты начинаются. Почему? Потому что нам необходимо сделать так планировочку, чтобы сократить возможность свободного перемещения противника по нашей карте. Давайте чуть-чуть. Вот так вот так есть. Угу. Поэтому я сделал такой вариант. То есть пусть он заберет первый пруд. Ну тут уже ничего, так сказать, не поделать с этим. Пробил первую башню, забрал первый пруд. А вот дальше нужно будет попотеть, чтобы пробиться к остальным прудам. Причем здесь у нас пробились к этому пруду, придется повозиться в этой зоне. Пробились сюда, придется повозиться в этой. Поэтому противнику также нужно будет выбрать правильный путь, чтобы как можно меньше сократить потери. Что касается теперь расстановки самих башен. Вот такая вот башня, она же является нашей основной башней, то есть в нее мы запускаем наших героев. Давайте посмотрим. 262 уровень, но здесь я в первую башню поставил самых слабеньких ребят, с той лишь целью, что их, ну, все равно снесут. А вот дальше уже чуть-чуть защитился. Здесь набросали подкрепа союзнички, да, то есть накинули хорошенечко здесь мощных героев, зарядили команду. Вот смотрите, Таймгарос закинул здесь подкреп. Ну и здесь тоже. Засадил так засадил, вот, по полной программе. Здесь я своих распределил ребят. Тоже, в принципе, постарался сделать какие-нибудь такие... Ну, более-менее годные пачки, не знаю, получилось, не получилось. Но пока, чтоб прям сильно меня никто не бомбил. Игрок Абиззен напал на ваш лагерь. Ну, как бы, ладно, все там. Что там было дальше, непонятно. Своих героев в вашем самоцветов разграбленных браком вы потеряли некоторые ресурсы. Ну, ничего страшного, все, то есть чуть-чуть потеряли. Но не все были башни разграблены, не все фонтаны, не все разбиты были башни. Переходим теперь вот в само мародерство. В день будет даваться нам определенное количество попыток, поэтому смотрите внимательно. Какие противники здесь есть? Здесь есть, по сути, два типа противников. Те, которые успели подготовиться, вот. И те, которые совсем чепушилы, да, то есть даже не заходили в это событие, можно таких вычислить. Здесь у нас кто будет? Ну, здесь как бы слабенько, да. Что нам нужно? По-хорошему нам нужно выбить эту башню и вот эту. И тогда мы захватим 3 башни. Или же идти вот сюда. Раз, два, попробовать проскочить. Ну, давайте попробуем напасть на этого товарища. Не скажу, что у него тут все очень легко и хорошо, но можно бомбануть. Тут как бы, даже не знаю, тут пугать нечем. Сработаем нашими ребятами, вот сейчас думаю, или кого-то другого поставить. Так, ну Айнс тут и так всех положит.
Здесь, ага, здесь у нас такой товарищ. Давайте вот так тогда сделаем. Чтобы было поинтереснее. То есть уровень силы противника примерно такой, как у нас, потому что у нас, считай, базовый аккаунт. Ничего сверхъестественного нет. Не успели еще прокачаться. Ну, Изольд, конечно, красавчик. Вот. Хорошенечко держался, но держался, правда, не за счет своей особенности по прокачке, а за счет Рована. Но молодец, линию удержал, и далее уже всех нахлобучили. Все, первая башня уничтожена. Давайте посмотрим, что там по статистике получилось. Ну, Изольд, в принципе, да, нормально прохилился. 3,5 ляма удержал. Молодец. Молодец, красавчик. Так, все, поехали дальше. Теперь вариант разрушить эту башню и разрушить ту. Вот такие вот преграды, да, мы через них как бы пройти, типа, вот уже, ну, не можем. Вот в чем фишка. Поэтому разобьем сейчас 3 башни, а затем уже дальше посмотрим, как пойдут у нас дела. Так, здесь, пожалуй, вот так вот сделаем. Пущай попробует Изольда взять на клык Сесилия. А нашего Айнза поставим в первый ряд для ускорения прокачки энергии. Хотя вот я сейчас думаю, надо было, наверное, поставить кого-нибудь еще из прохилов. Поскольку порядок перемешали немножко, ну ладно. И так справились. Все, первая башня у нас просела, мы ее уничтожим. Все, невозможно продвинуться вперед. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, а здесь нас уже встречает пачка на Айнзе. Вероятность того, что нам здесь навалят, крайне высока, но бомбить придется все-таки. Как можно обойти этого самого Айнза? Ничего страшного, ставим просто вот такого вот нагибатора-убиватора вперед и все. Лучше всего справилась бы с этим Гвинет, но на этом аккаунте ее нет среди прокачанных персонажей. С другой стороны, хорошо еще справляется с таким чумачичьим героем Дэймон, поэтому все может сложиться очень удачно. Можно было бы еще поставить Респена, можно было бы здесь поставить. Но нет, так нет. Ой-ой-ой, Изольда выбили. Как же так? Как им не стыдно-то выбивать Изольда в самом начале игры? Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ну, там с Изольда, да, там я, наверное, все-таки протупил. Надо было энергию подкопить, подсобирать. И все было бы нормально. То есть, в принципе, 3 башни уже уничтожены. Это хороший показатель. Опять же, башни были расположены таким образом, что было их легко все обойти. К примеру, да, вот эта башня или вот эта башня. Да, конечно, я нижнюю сейчас ударю и все, и пройду, соберу четвертую. Четвертую проходочку, четвертый пруд заберу, и все будет отлично. Так, здесь, пожалуй, вот так вот сделаем. И вот так вот. Хотя можно было бы... Так, ну, блин, как-то... Нет, надо, чтобы все-таки связали, связали, чтоб. Да, чтобы Гвинет была связана, иначе она будет нам вредить. Ну и надо было все-таки сходу ультануть. Засмотрелся на бой с Гвинет. Так, по нашим параметрам. Ну да, тут сразу же. 3 ляма нормально, кстати, танканул. Молодец. И забираем последнюю тему. Все, всех наказали. Вот, поздравляем, ваше нападение завершено. Полученные трофеи 250 тысяч. Но не обязательно как бы кого-то бить. То есть это был один из таких вот вариантов, когда были противники подготовлены. Но ведь куча просто вариантов, когда противники не подготовлены. О, вот это вот нашинская башня, наши строения вот так вот расположены.
очень удачно. То есть здесь уже противник не пройдет, здесь тоже не пройдет, ему придется проходить все поштучно. То есть, по сути, все башни, кроме этой, придется разрушить. Так, смотрим, значит, со злодеев и будем их наказывать. Уже более жестко. Но наказывать будем тех, кто не подготовился. О, вот такой злодей. 250 тысяч. 1000 жетонов гильдии. И ничего делать не нужно. То есть просто запустить битву, прошариться по прудам и собрать ресурсы. 7 битв, кстати, дается вот это внимание. То есть игроков можно ограниченное число раз. Каждый раз, когда начинается сражение, расходится одна попытка боя. То есть нет у нас здесь такой возможности долбиться до последнего. Вот, у вас 500 героев, допустим, а у противника 5 башен. Вот, и мы там закидываем сколько хочешь боев. Нет, 7 боев провели, не смогли победить. Значится, уже все. Так, продолжаем дальше. 2 попыточки еще. Есть ли смысл, вот тоже момент, протапливать вообще всех бандитов? Уничтожать. Или нет? Что за это могут нам дать? Сейчас посмотрим. В прошлые разы там как такового суперприза не было, но рейтинг по атакам какой-то был. Так. Вот это да. Да, молодец, молодец. Смешная компоновка. То есть вот эти вот две башни нужно уничтожить. Вот, и все собрать. Ну, давайте сейчас быстренько их давану, да. То есть просто мне вот интересно, зачем такое нужно было делать. Отсутствие логики. То есть в чем проблема составить нормальную годную пачку? Так, ну пусть даже, наверное, так и останется. Или давайте, знаете что, давайте, наверное, поставим вот такой вот расклад. Ага, смотрите, не хотят использовать наемников. Да, точно. А что ж такое? Что ж случилось? Чего наемников не хотят использовать? Ладно, попробуем обойтись без них. Ну, если, конечно, это получится. Нет, Дэймона все-таки быстро покрошили. Тогда попробуем переставиться. Вот как-то так, наверное, было бы поудобнее, поудачнее. Вот это да. Вот это там, ребята, танковитые прям. Но без Сесилии как-то можно сыграть, а вот без Дэймона не очень комфортно будет. Так, топим вторую башню и собираем лут. Собираем сочные, мощные ресурсы. Так. Ну, попробуем все-таки. Тут, конечно, Саурус. Сейчас покрошит, наверное, наших ребят. Но у нас ребята не все так просты, как кажется сразу. Быстрый прокач по энергии. Дэймон ультует. Изольд накидывает всем. Очень сочного. И толстого. Так, отлично. Не, может просто игрок не увидел вот этих вот трех полей, да, которые вот здесь вот можно было пройти. И такой думает, вау, все, тут сейчас как застроился, как прям забабахал. Ну хотя бы вот так вот перегородил бы путь. Но я бы еще понял, что да, действительно, есть какой-то в этом смысл. А так сработали всего две башни из 5. Поэтому это также не очень-очень приятно. Так, секундочку. Ну, как-то так. То есть, быстренько протопили, быстренько всех перебили. Все у нас хорошо, все у нас отлично. Поэтому знайте, что нужно лишь правильно расставить наши башни, для того, чтобы снизить проходимость по нашей карте. Ну что ж, друзья, на этом все.
Понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал. Будут вопросы, пишите их в комментариях и в наших соцсетях. Пока-пока и до встречи в новых выпусках.